Три, два, один. Поехали. В данный момент будет проходить мероприятие в городе Петровске, Саратовской области. Приглашены глава администрации, естественно, казаки, так как мероприятие казачьи зорницы. Будем проводить с детьми веселые старты, строевая подготовка, разжигание костра, стрельба с пневматических винтовок, ну и так далее. Все потом, по плану, все да, хорошо. Да, конечно, а потом культурные уже мероприятия. Представься, покушать. Пожалуйста. Меня зовут Роман Миринов, я казак Петровского общества. Люба.